Everybody knows that Russian soldiers are under-equipped, but it seems that mercenaries from Wagner private military company struggle with their supplies as well, according to the intercepted phone call you'll hear right now. Ладно, теперь уже сейчас почти месяц контракта. Будем надеяться, что сейчас можно будет раньше уйти. Я там буду смотреть, слушать, узнавать. Если можно будет за месяц, то вообще будет хорошо, уйду раньше. Конечно. Потому что сейчас зима, холода, снабжение хуевое. Мы вчера разговаривали с этим ВЧК, это военные, короче, наемники. Они, короче, кто им деньги платит, они и воюют. Вот. Они говорят, даже в Сирии пизде было, чем тут. Говорит, не было такого. А здесь, говорит, ужас, что творится, блядь. Говорит, да и Чечня, кто в Чечне был, говорит, это, говорит, не война. Это, блядь, вообще что-то непонятное творится здесь. По боеприпасам тоже бронебойных патронов нету. Мы ж проверяли броник. Это обычный, вообще ему нихуя тряпка только разорвалась и все. А бронебойная просто шьет насквозь хуй. Обычные патроны он все валяются, выкидывает, нахуй. Не надо толку от них. Ну, пулевых толком мало, пулевых. Осколочные все идет от мин. Минами закидывают. Мы сегодня ехали, я охуел. Остановились, воды надо было с одной позиции взять, залить, нахуй. Остановились. Твою мать, 50 метров сзади, нахуй, прилет мины, ебать. Думаю, ну, вот ошибка корректировщиков. Потом справа, параллельно нам, нахуй, еще один. Ебать, твою мать, я нахуй говорю, это по нам, нахуй. Говорю, вы съебаем. Воду закинули и ебу дали. А птички никакой не было. Откуда увидели? Если только со спутника, нахуй. У этих есть все. У них, блядь, понятно. В пасах квадрокоптеров, ну, птичек этих, А у нас одна, нахуй. И все. И то тут на той неделе ебалось, найти не могли. Пиздец, блядь. Вот такое снабжение. Ну и мамка говорит, я мамке рассказал, нахуй, что все, что они гуманитарку собирают, это пехота, которая спереди, вот мы, до нас-то ничего не доходит, ни медикаменты, ни одежды, ничего. Also, it's not the news that there are lots of criminals in Russian troops. The one you'll hear right now in the interception probably did something horrible in Ukraine, since he is ready to die just to not get captured. And by the way, I've learned that phrase thanks to your corrections in my previous video. And now let's listen to the interception. Вообще, как у вас сама обстановка, Зай? Вас спокойно? Чтоб не залазить, не буду никого говорить. Потому что там этот, как за наступление какое-то писал, Ирка мне вчера говорила. Ну, готовят, да. А, готовят? Готовят. Я думала, было у вас наступление. Ну, стрёмная хуйня, когда танк на тебя ярит. Я, блядь, пиздец. Это очень, очень стрёмно. И под снайпера, когда попали, тоже стрёмная хуйня. Над головой свистит, да не поймешь откуда, да, и начали хуярить непонятно куда. Это с Ренатом, когда понял? Потом а что, подмили. Вы вдвоем где-то шоргались или что? На выдвинулись на позицию, короче, самые танки пошли. Мы выдвинулись с этим самым, бля, с РПГшкой танки ебануть, короче, и по нам начал снайпер хуярить. А потом снайпера хуярил, начали наши по нам хуярить. Ой, мама дорогая, зая. Шли наши хуярить, мы начали по ним хуярить, а потом поняли, короче, что это наши. Уже стрёмная хуйня. Я думаю, сейчас этот самый, снайпер, когда начал бить, думаю, сейчас где-то рука, нога, сразу гранату подготовил, сейчас под себя засунуть, если что, короче, понял? Думаю, блядь, потому что, блин, такое дело. Я и сплю, короче, с этим, гранатой под подушкой. Не выдумывай, что значит спишь под подушкой, что себя взорвать собираешься? Не, ну так если, блядь, ранение, еще какая-то хуйня, некому будет уносить, блядь, это ж такое дело. Не помнишь, что у меня по Украине 18 лет уже висит? И что потом, блядь? Сидеть, блядь, сижу. Please make sure you subscribe to my channel to not miss new uploads. Also, like and comment below this video will do a wonderful job to boost this video on YouTube. I appreciate it, as well as your support, and I'll see you as soon as I can. Goodbye to y'all.